17 октября среди учащихся первой школы прошла военно-спортивная игра «Рубеж». Участие в ней принимали ребята из 7-8 классов. Каждая команда состояла примерно из 30 человек. Игра проходила в 6 этапов. Здесь ребята научатся правильно кидать гранату, то есть глазомер у них будет, ориентирование, перенос пострадавших, раненых. Ну и, конечно, они же в процессе всех этапов, от этапа к этапу будут бегать. Это, опять же, сказывается на здоровье, это будет улучшаться здоровье. И взаимодействие между классами. По словам главных судей, подобные игры проводятся с целью патриотического воспитания молодежи, широкого привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Что касается мнения самих ребят по поводу этой игры, то все остались очень довольны, несмотря на прохладное утро. Я из отряда «Зеленые», но, в общем, я не знаю, какие результаты, потому что пока вроде все ровно идут. Ну как, нравится вообще такая игра? Ну, нравится, правда, только очень холодно, а так интересно. Победа в этой игре была не главной целью, ведь ребята получили массу положительных впечатлений, насладились красивой природой и укрепили свой командный дух. Все будут награждены, обе команды, она будет награждена грамотами и сладкими призами. Обижать мы никого не собираемся, потому что игра очень интересная. Анжелика Ларкина, Ильнур Ганеев, новости.